Доброго времени суток, уважаемый зритель! Я продолжаю тебя знакомить с проектом Wand. И в этом видеообзоре я бы хотел познакомить тебя с white paper данного проекта. Но для начала хотел бы объяснить некоторые нюансы, которыми столкнулись мои зрители и написали об этом в комментариях. А именно, я хотел сказать о B2B трейдинге и продуктах BennyPal. Сейчас вы видите все эти продукты BennyPal. Они у меня из заставки. И давайте же начнем. Что же такое B2B трейдинг? Это тяжелый бизнес с большим денежным оборотом, потому что только в Соединенных Штатах Америки его капитализация составляет $1 триллион. Что касается BennyPal и Wand Marketplace, они хотят предлагать решения B2B во всем мире, а не только в США. Также у компании будут продукты B2C и B2O. Продукты B2C будут работать в том же месте, что и продукты B2B трейдинг. Продукты O2O будут ориентированы на Латинскую Америку, Индию и Юго-Восточную Азию. И этот продукт находится на Google Play Market. Вскоре будет расширение и на другие платформы, и рынок C2C будет также запущен. В основе торговой платформы BennyPal лежит запатентованная технология поиска покупок, которая была создана в 2009 году и с тех пор активно развивается. Теперь этот поиск представляет собой сложный алгоритм результатов поиска, основанный на потребительстве человека. У каждого действительно есть, вы можете перейти, кликнув, и вы перейдете на Google Play, где вы можете скачать приложение. Не помню, где это. Вот здесь, да, вот download Google Play, вот чуть ниже надо было сместиться. И здесь, видите, вы можете скачать абсолютно все в Google Play. Я заходил, тут можно, кстати, вот почитать побольше о каждом из них. Я заходил, кстати, в прошлом видео, по-моему, не помню. Но ничего особенного, то есть, ну вот, давайте O2O, заходим. Что-то какая-то ошибка. Ладно, не суть. В общем, если вы перейдете, то у вас будет все нормально. Не знаю, что у меня случилось. Ладно, перейдем. White paper. О white paper. Самое интересное о white paper. Для этого надо сместиться наверх. Вот. И здесь мы видим white paper discussion на YouTube. То есть видео идет то ли 17-19 минут, и, собственно, там идет дискуссия о white paper, информацию он рассуждает, но, конечно, не на русском языке, без субтитров. Поэтому, если вы полиглоты знаете много языков, то можете переходить, слушать, что он там рассказывает. Я, к сожалению, не сильно понял. Я не понял вообще, и поэтому не буду вам рекомендовать, но это интересно, потому что я с таким еще, если честно, не сталкивался. Как видите, white paper 101 страница, версия 1.0, то есть как придумали, так ничего и не менялось. Содержание мы видим 98 всего страниц, видим у нас основателя, и, собственно, очень много здесь информации именно из истории, много информации о том, как развивалась проект, что, ну, в общем, очень много информации не о проекте, но как-то с ним связано. Поэтому я это все, в общем-то, пролистаю, и вот нам здесь наконец-то 2019 год, Wand BennyPal, то, что нас и интересует. Собственно, такой и будет весь white paper. Ничего, видите, здесь нет ни картинок, ни изображений, графиков. Просто вот мы видим такое. Ну, мы и понимаем, да, я думаю, вы тоже понимаете, почему он 101 страницу. Потому что на странице, ну, очень мало информации. Они прям, можно сказать, пустые. На них буквально 4 предложения и все. Их, конечно, очень приятно и легко читать, потому что, ну, как еще раз повторюсь, они очень большой шрифт взяли. Но в остальном я не знаю, зачем так было сделать, можно же было. Ну, в общем-то, какая разница, да, в электронном виде все равно и изучаем. И вот, кстати, здесь есть команда, как видите, команда очень большая, да, в кавычках. Команда — это только основатель.
И, собственно, все. Это тоже очень такой интересный факт, да, потому что вот нам пишут про команду, про маркетинг, но по сути почему-то везде представлен только один человек. И это немножечко не то чтобы настораживает, да, немного расстраивает, потому что ну ты все равно хочешь знать команду, я это в каждом, с каждого обзор свой говорю, всегда для меня важна очень команда. И здесь, к сожалению, в White Paper ее не предоставлено, представлена зато вся информация, вот мы видим, как обратиться можно. На этом еще сайт не кончается, точнее White Paper, еще очень много информации. Вот такой White Paper, да, 101 страница. И видим, что здесь уже шрифт достаточно маленький и достаточно непонятно, что здесь. Ну, то есть для меня я понимаю, что это что-то, видимо, компьютерное, да, потому что, ну, видно сразу же составление сайта или что-то подобное. В общем-то, теперь наконец-то White Paper закончился, и я хотел также пролистать вам сайт до конца. В прошлый раз я этого не сделал. Для чего? Для того же, для чего я и делал. То есть, видите, опять команда, все, вся команда. И это я и хотел вам показать, собственно. То есть, ну, немножечко расстраивает меня этот момент. Но проект действительно крутой, проект действительно достойный, так что то, что нет команды, это просто я докопался, да, до этого. По сути, это не так-то уж и важно, потому что если вы смотрите мои видеообзоры, если изучаете этот проект, то знаете, что у кого у проекта все будет, потому что основатель действительно не допустит этого, и он не один, просто он как медийная личность, что ли, можно так сказать, в том плане, что он взял на себя ответственность для того, чтобы записывать видео, какие вот как, такие, такого плана, и много, кстати, здесь на сайте, это еще было. Ну, в общем, на YouTube самом их очень много, вот еще, здесь тоже будет он. И на YouTube их очень много, поэтому приходите, изучайте проект, присоединяйтесь к нему, а я же с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч!